Записываются на прием предварительно, а можно просто прийти в назначенный день. У депутата обязательно найдется время выслушать вас и постараться помочь. Несмотря на то, что часы встреч депутата горсовета Валентина Дурманова пришлись на рабочее время, общественная приемная не пустовала. Нас прежде всего интересовало, с какими проблемами десногорцы идут к депутатам. А они оказались очень разными. Ну, я пришел не только с вопросом, но и с просьбой о небольшой помощи, оказать содействие военно-пешему клубу «Черные береты» и школе «Тайфун» в приобретении макета автомата «Калашникова» для работы для молодежи, чтобы молодежь могла работать с автоматом, разбирать, собирать для тактической работы, чтобы ребята могли заниматься. Потому что как бы мы готовим молодежь к армии, у нас уже 2 выпуска сходило в армию, и все ребята служили в элитных подразделениях – спецназ ГРУ, морская пехота и десантные войска. У нас территория вокруг дома, ну, не облагорожена. Парковки нет. Где есть, там нет дороги. Ну, она не заасфальтирована, просто лужа стоит. Естественно, машины все ставят на газон. Газон уже все, его нет просто. Я пришел к депутату с вопросом, чтобы установить памятный знак на месте последних пустынных жителей, которые у нас проживал и захоронен в районе Савеева. Сегодня это как раз территории города Десногорска. Валентин Дурманов отметил, что десногорцев волнуют не только личные проблемы. Люди как раз думают о нуждах города, думают о, вот, например, последнее обращение не только города, а о духовном развитии и будущих поколений тоже. Он перекликается с вопросом патриотического воспитания молодежи. Абсолютно перекликается. Там духовное развитие. Здесь через физику оно тоже духовное развитие. Становление духа у ребят, которые занимаются единоборствами, которые уже готовят себя к армии. Это звенья одной цепи. Мы как раз через патриотическое воспитание молодежи, через духовное воспитание молодежи получим идеальных жителей, идеальных граждан страны. С графиком приема депутатов Смоленской областной думы и Десногорского горсовета можно ознакомиться на сайте desna-defiz-tv.ru.